У нас задача посетить занятие по травологии в течение дня. Сейчас пойдем посетим. Сейчас пройдусь, посмотрю, что тут. Появилось что-нибудь вкусного? Что-нибудь необычного? Тут ничего, да? Так, тут-то есть. А, это у меня полное. А нафиг я у себя сажал, если тут вон кусты растут. Тут прям кустами растет. Эх, а я у себя насажал там целый парник. Так. Опа, а что сундучок тут светится? Rebellion. Зачем светится сундучок? Так, тетушка, что ты хотела мне рассказать? I've completed my assignments, Professor. Pleased to hear it. Professor Weasley will be too. I'll be sure to let her know how well you're coming along. Thank you, Professor. Professor Hecate tells me she taught you Levioso, so you should be ready for a more advanced levitation charm. Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a nice, graceful wand movement. Let's see you try your hand at it. When executed correctly, you should be able to pick up boulders as though they were sprigs of sneezewort. Погнали! Одну промахнулся. Вингардиум. Так. Ага, понял. Спасибо, тетушка. Так, а где оно у меня есть? Вот это короче, вот эта фигня. Так. Депульсу. Так оно у меня и было, просто это обновленное, что ли, что-то. Трансформация, контроль. Так, так, так. А, вот, 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 нашел, нашел. Wingardium Leviosa. I've set some Wingardium Leviosa. Pure and natural. Надо держать и можно рулить им, да? Вот вперед, назад. Крутить, вертеть. Хорошо, здесь это мне чем-то поможет. Или... Professor Garlic, a moment of your time? The plants are resting, so now's as good a time as any. I was wondering. How lovely. After graduation. Oh dear. At any rate, the trouble, unfortunately, for the little bee. And that's when. Well, no. Within a week. What a string of bad luck. Well, I felt awful for him, but upon his discharge from the hospital, his indifference to plants had turned to... He lost what little patience he had left. His resulting leave... I'm glad everything worked out as it... Very kind of you to say. Lovely speaking. Oh, and remember... Так, хорошо. Хорошо. Так,
Дальше что у нас? Так, а здесь внизу что у нас? Тоже ящики можно передвигать. А зачем мне их передвигать? Ревелио. Вроде мне и незачем их передвигать. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Так, не тренди. Так, смотрим дальше. Задание. Задачи. Так, попрактикуйте свои летные навыки возле гряды скал. Попрактикуйте свои летные навыки возле вершины башни Кримбельдже. Кримбельдже. Так, давай. Попрактикуем. Так, карта. Так. Где-то я видел. А, во, вижу. Вот, вижу. Тогда давай сразу сюда. И еще вторая точка вроде была. Еще была вторая точка. Nice to see you, my young friend. Где там враги какие-то уже сразу, сходу? Где там кто? Где кто? Выходи. Шипастый плевун. Incendio. Grace. Wingardium Leviosa. А это не работает, да, только на предметы. Да, только на предметы. Так, стоп. Тихо вы, будете у меня здоровье тут убивать. Так, возьмем наше орудие. Так, а это выбивает палочки оружия большинства врагов, которыми ими владеет. Также наносит урон всем врагам, даже если у них нет никакого оружия. Или что мы поставим вместо заморозки? Отталкивает объекты. Ну давай потренируемся. Depulsa. Confringer. Accio. Так, иди сюда. Подожди, у меня батарейки кончились. Тихо. Depulsa. Incendio. Confringer. Да, это не сюда, как бы это не сюда отталкивать. Но вроде должно отталкивать-то нормально. Вместо заморозки. Accio. Incendio. Confringo. О, там большой ползает, красавчик. Incendio, Confringo, Depulsa. Увидел? Или не увидел еще? Иди сюда. Confringo, Incendio, Depulsa. Accio. Confringo. Incendio. Так, мне бы еще Protego. Защиту надо как-то научиться использовать. Так, не получилось, да? Не получилось защиту использовать. Еще раз. Бля, опять не получилось. Как мне? Да не, никак. Не получается. А почему? Confringo. Incendio. Depulsa. Confringo.
8 legs is simply too many. Так, где клыки? Complete the tasks I've given you and then meet me in my classroom to learn. Блин, ещё одну задачу. It's typically used to cut an object, but can be a powerful weapon when needed. Прежде чем заклинание научит. Слишком много задач мне нарезает, нарезает. Кто тут? Так, пещера какая-то. Чё-то я не попадаю нифига, да? Так, какая-то пещера. Ревелио. А может, что вкусного может есть? Вроде вообще пусто показывает, видимо, я тут был. Да, я тут был. Я тут был. Так, полетели. Практиковаться. В полетах. Птица. Здорово. Как тебя зовут? Так. О, вот эти яйца нужны. Эти яйца нужны. Очень. То есть, кто увидит их, кричите сразу. Вдруг я не увижу. Так, тут что-то... Интересная трасса какая-то. Так, и как мне практиковать? 5 шаров сбить? There we go. Готово. Так, что там было? Там что-то было. А. Загадка Мерлина. Давай посмотрим, может. Отгадаем. How would you like to learn the knockback jinx Flipendo? Еще задача. Ревелио. Find me in the greenhouse. Вы что, одни задачи на меня нарезали тут? Так. Здесь у нас под камни, там я вижу. Вот, шары есть. Прибежали. Ревелио. Где еще? Вижу. Так, а шары где? Вижу. Акио. А чё за звери тут собрались такие? Такая идёт, гуляет сама по себе. Ревелио. Так, ещё. Еще где? Вот, вижу. И шары где-то там. Не достает. Блин, вот это... Я не знаю, как работает. Фигня. Так. Кто-то при смерти. Кто-то записулю нашли какую-то. Акио.
красота. Так, дальше. Возле башни, да, надо мне где-то еще полетать. Так, это где? Вот, вижу. Seems a pleasant enough little place. I know I'm Ревелио. Так, здесь у нас с этим не ясно. Какая здесь разгадка? А, почему не ясно? Вон там площадка, там. Вижу, может, сейчас разгадаем быстренько. А, под большой камень. Под шар большой. Ревелио. А где его искать? Шут его знает, да? А где его искать, я не знаю. Так, сундук. Вижу сундук. Так. Это жаба. Ревелио. Там бык гуляет. Бля, не знаю, где шары. Значит, пока без этого. Пойдем летать, значит. Так, с этой стороны где? О, шар. Ох ты, ничего себе. Блин, а так он не едет. Так, а если ту левитацию, кстати? Кстати. Так. Если вот сюда эту левитацию. Как, где у нас? Вот это, да? Если вот это попробовать. О, ё-моё. А я все толкал их вечером. А тут все проще. Merlin Charles won't get the best of me. Так, ну теперь можешь спокойно лететь. Уже темнеет. Так, а тут что такое? These rocks have seen better days. Ревелио. А, это какой-то пьедестал. О. Что-то вкусное. Блин, сила магии. Отлично вообще. Ревелио.
очень шикарно. Так, где? Инсендио. Сила магии, это очень надо. Так, где тут? Ох ты, не пьет гаду. Разорвало немножко. Так, дальше где-то наверху, да, наверное? Да я удачно зашел, очень удачно. Вот это я еще не понимаю, что это такое. Для чего это? Я не понимаю. Так, полетели. Точно мое. Ревелио. Деньги, это мое. Так, дальше вернитесь к мадам Гакави. Давай вернемся. Где она у нас тут? Ага, где-то здесь, да? Welcome back. Have you finished your reporting back, Professor? Well done. Shows good discipline. Wisdom is a golden snitch, as they say. And let us practice our restore momentum. A charm, incidentally, created to stop Quaffles from plummeting straight to the ground during a Quidditch match. Precise, deliberate movements. Аресто моментум. Так. Аресто моментум замедляет движение врагов и объектов. Чем больше цель, тем меньше эффект окажет на нее это заклинание. А-а-а. Интересное Very good. I recommend practicing your new spell as much as possible. Perhaps before you leave here. Попробовать надо. Так, где она у нас? О. Давай сюда его. Arrest the momentum. That's it. Keep it up. Готово. Тетка. Professor, do you have a moment? Yes, what is it? In class, I did. The tournament. And I would have been a Tengu. I know that feeling. Some things are simply out of our control. And some things are in it. I was betrayed by someone. My best friend, she was
But as tryouts for the thing, she wanted sword. Liquid luck? That's illegal, isn't it? It is indeed. I knew within minutes that when I confronted her after... But it wasn't your fault. It does not matter. I burned my... What happened to us? Asuka played for the Tengu for two. You didn't report her. Tell them what she... Her fate was not mine to do. My fate? Thank you, Professor. Так, хорошо. Хорошо. Что мне дальше-то? Все, с этим Arresto все. Momentum. Well done. You are on your way to mastering Arresto Momentum. Все, я молодец, да? Блин, научите замки вскрывать, да ё-моё. Достали уже. Этот тут чучело входит. Иди сюда. Wingardium Leviosa. Блин, никак. Так, что у нас дальше? У нас опять куча заданий добавилось. Так. Фу-фу-фу-фу-фу. Так, задача профессора Чеснок. Вырастить, соберите урожай водорослей. Раздобудьте все три боевых растения, одновременно испытайте их в деле. Соберите урожай водорослей. Блин. Хотел ничего такого. Раздобудьте зелье невидимости, испытайте его в деле, раздобудьте грозовой напиток, испытайте его против врагов. Но они заклинания дают, надо, блин. Так, используйте депульс на левитирующем враге. Я, может, сейчас быстренько это сделаю сейчас. Депульсо на левитирующем враге. Так, где у меня депульсо? Депульса, что это у меня? Вот депульса, да? Ну, пойдем, испытаем. Сейчас кого-нибудь быстренько найдем кого-нибудь. Так, где кто есть? Найдем кого-нибудь. Волка, шакала, там, собаку. Паучка. Вот тут шары, что они все висят? Что, их тоже надо взрывать? О, кто-то был. Шакалы. Так, используй депульсу на левитирующем враге. А, на левитирующем. На левитирующем, неправильно я выбрал. Так. Это же у нас не левитация. Левитация вот это у нас. Так, патроны кончились, тихо. Тихо, патроны кончились. Стой на месте, никуда не уходи. Так, стоп, я одно и то же взял. Я что-то попутался. Вот депульсу его сюда. Депульсор! Yes. О! Сразу двоих убил, что ли? Ничего себе, сила. Сила меха дворняги. Так, яички, яички, яички. Самое ценное. Так, еще есть? Яички, яички, яички. Я не знаю, надо все эти шары уничтожать, не надо. Еще. Лопайте шары. О, кстати. Три из пяти. А где еще они? Где-то их было много. Но сейчас ночью не видно.